Расширение помещения консульского отдела посольства Кыргызстана в России дает свои плоды. Количество предоставляемых услуг возросло в разы. Раньше, если граждане, которые к нам обращались, они искали на улице ксерокопии, чтобы копию документа снять, фотографироваться. Сегодня все эти услуги они получают у нас в одном месте. Вот человек, гражданин наш, сел оператору. Здесь же он может документы, копию снять, и фотографирование, все в одном месте получает. Сегодня у нас площадь зала, где мы принимаем граждан, составляет 250 квадратметров. Это нам позволило увеличить окна до 13. Дней 20 назад я сдал на заявку, то есть... По поводу окончания паспорта срока, да? Сегодня позвонил, сказали, уже пришла мой паспорт. И пришел, вот, только получил. В старом здании в час пик нельзя было протолкнуться. Длинные очереди на улице и в жару, и в холод. Порой нервы граждан и сотрудников накалялись до предела. Руку помощи в решении проблемы протянули соотечественники-предприниматели. Они на свои средства построили это помещение. Более того, помогли с оргтехникой. Отсутствие предварительной записи, да, отсутствие электронной очереди, смс-уведомления и многих-многих других технических средств, которые сейчас намного упрощают жизнь наших соотечественников. Вот этого всего не хватало, соответственно, мы поставили перед собой задачи решить все эти проблемы. Да. На сегодняшний день у нас... Порядка 300 квадратов площадь, да, это хорошие условия, комфортные для наших соотечественников. Это вся современная, современная техника, да, электронная запись предварительная, благодаря чему сейчас уже отсутствуют практически очереди, как вы видите, да, залы практически пустые. В 2016 году в год было оказано около 7 тысяч консульских услуг и консульских действий. А уже по итогам полугодия вот, текущего года уже было оказано более 57 тысяч. В знак благодарности основателю бизнес-платформы «Табарман» Марселю Салахунову от имени руководства внешнеполитического ведомства надели колпак. Также в консульском отделе открыли комнату матери и ребенка, запустили работу колл-центра. Мирбек Молдагонов, Данияр Абдыкалыков, Алату-24, город Москва.